Этот видеосюжет с реквизитами вы найдете на нашем сайте в интернете. Также через сеть можно подать документы и получить услуги Росреестра. В Самарской области в электронном виде уже оказываются три услуги ведомства. Это постановка на государственный кадастровый учет недвижимого имущества, выдача сведений из Единого государственного реестра прав и кадастра недвижимости. 1 января стал тем моментом, к которому мы готовились весь 2014 год. И именно с 1 января мы перешли на уже полную возможность, которая урегулирована и нормативно, и технически, на ведение единого государственного реестра прав исключительно в электронном виде. В прошлом году специалисты управления обработали более 600 тысяч запросов о предоставлении информации из Единого государственного реестра. Почти на 20% больше, чем годом ранее. Примерно на 50% чаще стали регистрировать договоры участия в долевом строительстве и ипотеке. Практически 80% услуг Росреестра можно получить в многофункциональных центрах.